Самый популярный минивэн в Беларуси после Peugeot 5008 это Citroёn C4 Grand Picasso. Огромный, большой, стильный, навороченный, современный. И, конечно же, только из Европы без пробега по РБ. 1.6 дизель, Citroёновский, крутой, классный автомобиль, технически без проблем, визуально сосочка. Ну, я не знаю, можно на этом заканчивать, приезжать, забирать. Ну, а если дальше, то каждая третья машина — это минивэн. Каждая вторая машина — это француз. Делайте выводы сами. И я хочу задать тебе, вот кто смотрит, вопрос. Скажи, зачем тебе брать что-то непонятно, как колхожено у нас тут, если можно взять с Европы, ты знаешь, что он проходит. Там никто не колхозит, там нет гаражей, понимаешь? И там все делается на стой, все делается качественно. И даже если машина ремонтировалась, она ремонтировалась качественно. Вот! Поэтому у нас так и любят французов, потому что ты получаешь, ну смотри, не старая машина, по сути, 17-й год, она еще подъездит очень много. Приятная цена. И вот это симбиоз цены и качества. То, что она из Европы, то, что она здесь не каталась, никто здесь свои фермерские руки не применял, там, да, изоленты синие не наматывал. Это уже дорогого стоит, обратите внимание на этого красавца. А я пошел показывать вам салон, потому что здесь на самом деле есть что показать. Первое, что бросается в глаза, это третий ряд сидений. Причем третий ряд сидений, ну, вот такой. То есть передний можно подвинуть, и, в принципе, здесь можно двоим детям сидеть. Не нравится, жах, жах, на, и все. Сложил, и получаешь огромный большой багажник. Может, жизнь не пригодится, кто знает. Ноги, это вот за что. Вот, смотри. Мне туда только плазмы не хватает, я в кинотеатре. Ребята, тут чарка, тут закуска. Сверху места много, сеточка, чтобы никто не видел, что я тут делаю, да? И я не хочу ни на кого смотреть. Климат вот здесь у нас больше-меньше делаешь, да? Глянец. Ай, как хорошо. Три человека здесь садятся просто свободно. Это чемпион, ребят. Больше места у нас не было еще нигде. Ай-я. При этом, господа, смотри, сиденье я не трогал. То есть я сажусь, и мне комфортно. Я могу еще отъехать, и там будет кайф. Но мне не надо. Засовываем так ключ, нажимаем старт. Машина оживает. Я просто хотел вам вот это показать, ребят. Вот тебе климат. Все, здесь уже нет никаких кнопок вообще абсолютно. Все кнопки сенсорные, все это здесь. И тут огромный тебе такой ноутбук целый с информацией, которая нужна. Что тут? Ва-я. Раз бардачок, два бардачок. Как это все? Это все мягко, заметьте. И, конечно, ай, как хорошо это. Сидишь с девушкой и наблюдаешь за луной. Ну, а потом наблюдают за... Ладно, смотри, под алюминий здесь класс как сделано. Вот если сравнивать... Я почему говорю, из минивэнов мне больше нравится Citroёn Grand Picasso. Потому что в сценике, ну, мне не нравится торпеда, да. В Peugeot мне это пианино уже надоело. Здесь вот, здесь можно просто перейти, поменяться местами. Класс. То есть, если бы я брал минивэн, я бы однозначно брал вот такой вот. Потому что место удобно. Все это новаторски, все это стильно, все это... Да. Знаешь, вот как посидел в нем, у меня даже столько мыслей в голове, что слова пропали. Я думаю, вы видели все сами, и каждый для себя сделал вывод, почему этот автомобиль заслуживает вашего внимания. Кстати, он это не один у нас хватает. Заходите, контакты в профиле там. И каталог, и кредиты, и лизинги, и телеграммы, и инстаграмы, все там есть. Это Grand Auto House, это для людей.